Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Мы с вами говорили о том, что вносили в Госдуму законопроект о дресс-коде, так называемом, для артистов, после того, как Бузова выступила полуголой перед детьми. Ну, очевидно, такого быть не должно, и это просто выходит за рамки не просто здравого рассудка, а норм приличия. И вот сегодня читаю о том, что Министерство культуры поддержало идею ввести дресс-код для артистов на концертах. Иными словами, правила того, как нужно одеваться, когда ты выходишь на сцену. Вот что пишут. Одежда является важной частью образа артиста и играет существенную роль в формировании имиджа всего мероприятия, заявила министр культуры. Кстати говоря, вы знаете, впервые за очень долгое время слышу голос министра культуры, который заявляет что-либо в отношении культурной жизни в стране. Региональным властям рекомендовали обращать внимание на внешний вид артистов, выступающих на муниципальных и государственных площадках. Друзья, я уже высказывался подробно на эту тему, но хочется сказать еще. Вы знаете, если настали времена, когда людям для того, чтобы они понимали, что сцена — это не помойка, и нужно выглядеть прилично перед людьми, потому что ты выходишь, и твоя профессия связана не просто с работой с людьми, а твоя профессия связана с тем, что на тебя смотрят сотни, а то и тысячи глаз. И естественно, ну, в рамках приличия нужно выглядеть соответствующим образом. В каком-то вечернем платье или в каком-то там, если это жарко, может быть. Ну, это должно быть рамки приличия. Рамки приличия что предполагают? Прикрыть те части тела, которые не должны быть открыты, когда ты находишься в общественных местах. Вот и все. Ни больше, ни меньше. Если артистам это нужно объяснять теперь или на законодательном уровне, или в каких-то правилах определенных, то это, конечно, что за шоу-бизнес, так называемый, что за эстрада, где люди, которые выходят петь на сцену, сами не понимают, что нужно соблюдать рамки приличия. То есть определенные правила ввели, и тогда они будут соответствовать. С моей точки зрения, наоборот должно быть, чтобы от этих людей шли какие-то стандарты приличия в общество, не транслировалась дебилизация и отупление молодежи, и не только уже молодежи, а транслировалась наоборот хороший тон, так сказать, нормы приличия и так далее, да? Духовно-нравственные ценности определенные, чтобы было приятно смотреть на людей. Я уже не говорю слушать. У нас сейчас 2-3 человека, которых приятно послушать, 4, все остальные непонятно, что делают на сцене, потому что папики, мамики проплатили, а продюсеры деньги зарабатывают. Но, тем не менее, отрадно, что Минкульт подал голос, это раз. И второе, конечно, хотелось бы, чтобы артисты все-таки, пусть хоть таким образом, но выглядели прилично. Друзья, что вы думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна, ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, приглашаю вас на свой второй официальный канал «Будда Гришна Новости» в Телеграм. Там новости о политике выходят почти каждый день, новые видео. Здесь их нет. В силу свободы слова мы там больше говорим о миграции, коррупции, внутренней, внешней политике и так далее, и так далее. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Переходите, подписывайтесь обязательно, я вас там буду ждать. И приглашаю вас на свой сайт buddagrishna.com для бизнесменов-предпринимателей. Повторюсь, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые же сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересует, пишите. Всем здоровья, друзья, успехов, до встречи.